Привет, чувачки, с вами Мелосказ, со мной сегодня Полина. Всем привет! И сегодня мы с Полиной будем играть в игру Doors. Мы в прошлый раз не прошли, она оказалась для нас слишком сложной, для того, чтобы с первого раза вообще пройти. Мне кажется, реально сложная игра. Еще мне кто-то шепнул на ушко: аннигиляторная пушка! То, что вообще-то в этой игре около 100 дверей, прикинь? То есть это был не финал у нас с тобой? Многовато. В общем, поэтому погнали начинать. Мне кажется, сегодня мы точно пройдем, потому что вы нам написали кучу лайфхаков, как проходить. В общем, я Полине по-быстренькому все рассказал. Ну что, начинаем. 100 дверей нужно выжить. Я на 40-го, если не ошибаюсь, уже умер, поэтому... Если вы не знаете, что нам нужно сделать, вы, допустим, здесь впервые. Нам нужно пройти игру двери. С первой двери до 100-й двери. Вот сейчас дверь номер 2. И тут будут разные сложности, разные скримеры и всякое-всякое разное. И мы должны будем с Полиной решить эту головоломку, получается. Выжить, короче. Это будет сложно. Мне кажется, вот начнется что-то с 5-й уже. Нет, не началось, но уже неплохо, хорошо. А что, ничего не ищешь, да? Хватит искать, все. Мы проходим, мы не ищем. Сейчас ты монетки все найдешь и все. Нужны зажигалки. Зажигалки, да. Я слышу пс. Не псыкай мне тут. Так, 9-я комната. Блин, мы еще живы. Нифига себе, мы прошли. Ты там открывай, открывай всякие штуки, смотри, хорошо? Давай, иди. Так, а где тут шкафы? Это мой шкаф. Мой шкаф. Так, хорошо. Давай, иди. Ничего до сих пор. А! Шкаф упал. Что это значит? Почему он упал? 11-я дверь. Фух, сердце заколотилось. Мы еще живы. Блин, я вообще забыл, что мы в хоррор играем. Какого черта? Я каждый раз просто пугаться сейчас буду всего. Блин, 12-я дверь. Ничего, темнота. Мне кажется, тут опасно. Нам надо найти рычаг сейчас, получается, включить что-то там, шкаф отодвинуть или типа того. Так, аккуратно, аккуратно, готовимся, шкаф. Прячься! Успела! Фух, все, я тоже вроде бы спрятался. Какой стрёмный монстр, он меня раздражает. Пошел в жопу. Все, пошли быстрее. Он же свет везде выключил. А нет, не выключил он свет, нифига себе. Нам очень повезло сейчас, что свет не выключен. Так, все, бояться нам сейчас. Блин, куда ты прячешься? Я ничего не вижу, куда идти? Я тоже ничего не вижу. Я нашла, иди сюда. О, все, фух, оно подсвечивалось это время. О, как же стрёмно. Боже, я в прошлый раз так далеко еще не доходил. А, нет, доходил. 17-я дверь, мы еще же... Ты куда пошла? Я ищу ключ. Тут вряд ли будет ключ, конечно, да? По-любому тут где-то есть зажигалка. Ищи зажигалку, нам нужна хотя бы одна. Нам самое главное сейчас найти еще зажигалку, потому что без зажигалки мы не выживем. Я нашел ключ, ищи зажигалку. Давай, пошли в следующую. Открывай, отпирай. Так, готово? Да. Фух. Так, в зажигалку хоть одну дайте, пожалуйста. Я пластырь только нашел. Ну, я подживился, неплохо уже, хорошо. Блин, ну нет. Страшно. Нам дайте хотя бы одну зажигалку, дайте нам фонарик какой. Полина! А что там темно? У нас нет зажигалки, что делать? Пошли, не страшно. Ну, конечно, не страшно. Тебе-то не страшно, а мне страшно. Прямо просто идем. Нужен ключ. Ключ! Я нашел. Быстро открывай, сейчас покусают. Полина, шкаф! Нифига себе! А чё так сразу много экшена? Раз уже! Два раза пролетел! Он ушел, так и надо, он должен уходить. Я же опять ничего не вижу. Я слышу, иди сюда, тут в люк надо, в люк! Какой люк? Я вижу, что-то светится. Нам сюда? А да, что-то светится. Там люк внизу открылся, иди сюда. Стоп, какой нафиг люк? Вот. Нам, наверное, сюда, реально. Я никогда вообще не видела еще. Я тоже люк не видел. Мне страшно, слушай, я не пойду туда. Я уже пошел, тут нормально. Тут дверь. Тут шкаф. Стоп, а ты туда? Это откуда мы пришли, да? 22-я. А, мы пришли. Блин, как все запутано. Фух. А не тут начинается, когда за нами начинает там кусаться сзади, да? Да нет. Что-то начинается, вот что-то я ссыкую уже. 26-я комната. А! Куда прятаться? Шкаф! Я в 27-й бегу. Ты уже убежал? Да! Твою мать! Мы где? Я не знаю, беги! Куда? Вперед! Я убежал! Кусают! Ты не смог пережить халта! Снова! В смысле снова? Некуда было прятаться, один шкаф на двоих! Я не могла найти шкаф, там не было вообще шкафа! А ты тоже умерла, да? Там были только тумбочки, да! Как я в тумбочку бы залезла, вообще играть, нормально! Играть снова нажимай! Ты должен просто убежать от него, написано! Нас как будто в другую вселенную перенесли, ты заметил? Я тоже не понял, что это вообще было. Нужно... Я просто вперед бежал и все. Мне эта игра не нравится. Она очень стрёмная. Я не понимаю, почему мы играем в страшные игры. Зачем? Ну-ка, быстро все поставили лайк. Угрожающе смотрит. Я уже не боюсь. Тут ничего сложного вроде бы нет. Просто идем. Чего тут страшного, да? Сейчас сразу будет просто мигать все. За мной. Так, один шкафчик на двоих. Я ненавижу, когда один шкаф. Чекай!
Как же хорошо, что я нашел свой шкаф. Ну тут два шкафа было в этой комнате. Пронесся. Подожди, один раз пронесся, а теперь обратно должен пронестись. Нет, один раз только и несется. Люк, да? Люк, люк. Блин, как же я ненавижу темноту. Я еще напротив света сижу, мне ничего не видно. 12-е это всего лишь. Давай, нам туда, в 13-е. Зажигай! Зажигай! Испугался? Зажигай, конечно! Какая-то стрёмная музыка или звуки, что это вообще такое? О, как много комнат, мы в какой-то гостинице. Мы в гостинице так-то и есть. Я этих комнат вообще не помню. Мне кажется, опять же, новенько. Либо мы просто до них даже не доходили. Я ключ нашел. Давай, открывай. Так, готовься. Открыл. Все хорошо, тут жить можно. Я очень сомневаюсь, что мы пройдем дальше 40-й комнаты. Я тоже. Мне кажется, в прошлый раз тупо фан был. Ну, то есть тебе повезло прям конкретно. Слышишь стрёмные звуки, да? Да, мне не нравится, мне не нравится. Мы как будто едем в грузовике. А это комната считается? Я не знаю, как будто комната. Погнали, давай, давай, погнали. Иди. Так ты иди первого, у тебя зажигалка, там темнота. Мужики вперед. Там темнота, там нужно зажигалкой идти, иди. Понятно, мужики с лягушками не вперед. Да. А, все нормально. Фух. Хогвартс, красиво. Твою мать! Спрятался! Успел! 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 Так. Раз. Стой, все. Пронесся. О, светло. Слушай, да, аж подозрительно. Вообще ничего не понятно, если честно. Типа, че, куда мы ползем? Как мы ползем? А, шкафчик упал. Упал, да, я видел. Отойди от моих ящиков. Не надо мои ящики открывать. Опять шкаф упал. Меня напрягает уже. Ой, я эту комнату помню. Да, а тут вроде бы находится зажигалка, да? Вот тут должна быть зажигалка. Зажигалка! Так, тут шкафов. Люблю, что-то... когда много шкафов. Да, напряжно тебе не кажется? Так, 24-я комната пройдена. 25-я. Напряжно. Все еще напряжно. 26-я. Как будто нас готовит к чему-то серьезному. Ты один шкаф нашла? Подожди. Там второй есть. Да, все. Да, тут есть. Давай. Фух, да боже мой, напряжно каждую дверь открывать. Так, тут где-то находится ключ. Я нашла. Все, давай. Я нашла ключ. Давай, заходи. Опять ничего, 29-я дверь, а мы все еще живы. Подмигнула что-то мне чуть-чуть. Да куда ты бежишь? Прятаться? Нет, это просто мигнуло. Точно? Фух. Там шкаф упал. Ты тоже просто на звук среагировала. Я вообще ничего не понял, что произошло. Раш снова убил тебя. Я не успела добежать до шкафа. Серьезно? Я по звуку сориентировался, ты не успел. Обращай внимание на свет, они связаны с его приближением. Я говорила, что нужно было прятаться, ты меня не послушал. Я спрятался, я вышел. Можешь со мной следить. Вот такая вот. А, ты не умер? Да, попробуй. Да, это! Твое время на возрождение истекло. Сочувствую. Следи за мной, подсказывай, если что-то видишь, хорошо? Давай, Антон, я за тебя болею, давай. Оле, 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 оле. Как приятно. О, все, нашел ключ. 32-я комната, я выжил. Я, мне кажется, дальше не доходил. Давай, Антон, я в тебя верю, давай. Темнота, не люблю темноту, если честно. Иди вперед, давай. Боже, я закон! Прячься, глаза! Да куда мне прятаться? Куда мне прятаться? Твою мать! Свет моргает, нужно прятаться, давай. Я спрятался. И че? Стой, не уходи от двери. Не уходи, блин, не уходи, сейчас он придет. Все нормально? Твою мать. Тут глаза везде. Твою мать, глаза реально везде. Боже, как это стрёмно. Сейчас будет та самая комната, да? Это там, где начинает нападать на тебя, да? Меня подготовили, спасибо за зажигалочку. Да, это оно. Твою мать. Беги, нажимай на С. Давай, беги. Бегу. Твою мать, он близко. Я ж не могу даже обернуться. Беги, какашка, беги. Бегу. Твою мать! Хотя бы подсвечивает, капец, он громкий! Блин, он громко очень сильно шумит передо мной! Твою мать! Чего так стрёмно-то? Скажи, когда он перестанет бежать со мной? Перестал? Нет, Ты куда бежать? Перестал. Кажется, все. Фух, теперь везде глаза только. О, сейчас скоро 50-е, давай. 47-е. Твою мать, мигнула. Надо прятаться? Да, прячься. Да, я говорю, когда мигать, как это надо. Хорошо, куда мне идти? Вроде бы налево. Ага, все, сюда. Фух, ё-моё, как это стрёмно. 49-я дверь. 50-е вроде бы самый последний, да? Или сейчас начнется все? Да, на 50-е сейчас будет этот чувак. О. Антон, убегай от него. Присаживайся, он слепой. Сначала нужно найти вот эту вот штучку, которая подсвечивается, а потом будут книги все подсвечиваться, да? 0-4, я не знаю, что это значит, если честно. Надо найти какие-то книги, треугольник. А как мне найти книги? 0-7, вот еще. А, вот тут где-то.
Вот тут вот, слева. Вижу. Сколько еще осталось? А там кот мне пишет, нет? Это надо было запоминать? А нет, у меня слева пишется, нормально все. Твою мать, какой же он стрёмный. Где еще книги? Вот тут вот, слева. Чел идет прям за тобой прям идет. Там книжка была, это она звучала, там была. Последняя книжка была, да? Где она? Она с той стороны. У меня не звенит почему-то. Вот тут. На меня идет. Ты видишь его? Где-то справа, вот посмотри, может справа. Да, он был справа, все. Все, иди к замку. Он время от времени ходит к замку. А на листочке сколько там должно быть цифр? Короче, запоминай. Я слышу еще, звенит. Не, все, у меня есть все. Прячься в шкаф, спрячься. Да он на звуки реагирует, какой шкаф? Я слышу еще, звенит. Да пофиг, что звенит, у меня все есть вроде бы. Вот тут звенит, Антон. Да подожди, звенит, у меня яйца звенят. Сейчас, подожди, вот. О, вот тут. Есть крестик. Так, треугольник, круг, шестиугольник, крестик. И ромб. У меня нет ромба. А четырехугольник где? Еще звенит тут где-то. Сейчас, подожди, пускай уйдет. У меня есть робоксы, Боже, фух, хорошо-то как. Спрячься в шкаф сзади тебя, Антон, можно из шкафа посмотреть. Да пофиг на шкаф. Он идет к тебе, идет, Антон, прячься, он к тебе идет. Да я не могу в шкаф, он в шкаф залезет. Да ты дебил, 30 робоксов куда-то я потратил. Он не залезет в шкаф, нужно в шкаф садиться, ты дебил. Да твою мать, как он меня находит, я-то тихий. Ты не можешь возразиться только один раз за игру. Антон, почему ты не делаешь то, что я тебе говорю? Я не могу прятаться в шкаф, потому что меня найдут в шкафу, он на звуки реагирует. Так, на этот раз надо дойти вдвоем, это 100%. Фонарик, я нашла фонарик, прикинь. Что? Ну-ка, включи фонарик. У него есть зарядка, да? Чуть-чуть батареек совсем. То есть еще батарейку нужно найти, класс. Седьмая комната, ничего. Фух, так до 50-й точно дойдем. Это глаза, не смотри на них. Нифига себе, мы начали. Всего лишь 11-я комната. Блин, я в левой. Я спрятался, все хорошо? Я тоже, да. Все, он один раз. 15-я комната, мы еще живы. Yeah! Поставьте лайк, пожалуйста. Мы так стараемся проходить. У нас нервы не выдерживают уже. Пойдем. Тут пластырь, я подлечилась. Все, супер, иди за мной. Но не до конца, конечно. Кто-то шепнул. Я понял, больше не шепти. Ты умер, что ли? Нет, он меня кусанул. Кто? Там чувак один. Все, блин, мигнул. Я прячусь. Я тоже. Прячься, давай. Успел? Да, спрятался, но меня один падла укусил. Сыка, блин, хренов. Мне жизни мало. Давай, 23-я комната. У меня вообще очень мало жизни, на самом деле. Меня если покусают, то все, хана мне. Если паук выскочит, мне кажется, меня убьет. Пластырь. Фух. Нашел? Пластырь нашел. Сколько у тебя сейчас жизни? Чуть-чуть все равно. Типа пластырь вообще почти не лечит. 26-я дверь. 26-я. Мне больше всего напрягают коричневые прям комнаты, они прям какие-то стрёмные, какие-то бабушкинские. Меня, короче, псыка два раза ударил, прикинь. Да? Да. А как он выглядит? Черное такое чудовище. Прям, типа, вот тут может ударить. Нашел рычаг, нажал. Блин, все, вот он может сейчас ударить в темноте. Ударил? Да, я его нашел, короче, и типа, нет, он меня не пощадил. Да не уходи, Антон. Да я не понимаю, куда идти. Сюда подсвечивает. Твою мать, опять ничего. Не уходи, Антон, мы друг у друга подсвечиваемся, нужно вместе ходить. Я боюсь, что... Иди нахер, псака! Заморгала, прячься! Да меня убили! Поль, жди меня. А, ты придешь? Да, я приду. О, такой, знаешь, появился в этом. Если бы ты себя видел со стороны, это было бы смешно. Ты, короче, появился, вот смотри, вот так вот, типа. Я пришел. Моргаем! Да куда бежать? Некуда прятаться. Так, какие двери? 33-я, слышишь, скоро на нас побегут. Опять проморгала, но не ссы, все нормально, иди дальше. Ключа нет. Я тоже не вижу ключа, ты видишь где-то ключ? Нашла, может быть, вот тут должна быть зажигалка, вот тут сверху, есть. Нашла ключ. Пошли, мне есть зажигалка, не ссым, все. О, нравится мне этот холл такой, типа Хогвартс. Так, а мы на каком, 36-м, слышишь, вроде бы на 40-м уже за нами бегут. А нет! Вот сейчас. Это будет прямо сейчас. Блин, вдвоем бежать жестко будет. Да, беги, твою мать, самое главное выживи, Полин, почти финал, мы до финала таким образом дойдем, точно. Ты меня видишь, да? Я тебя не вижу. Нет, я просто бегу. Самое главное, в руки не попади.
Ай! Огонек бьет! Все, 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 мы выжили. 42-й уровень. Я чувствую, мы пройдем! Сейчас сдохнем. А вдвоем же намного будет проще находить. Ну, типа, ты книгу найдешь, и я книгу найду. Только я не слышу ничего. Это зажигалка? Это. Нет, это не. Я не слышу, как оно звенит. Ты мне говоришь, типа, оно звенит. А я не слышу этого. Прикинь, у меня почему-то нет звука. Твою мать. По коврику. Иду по коврику. Мама мия. 48-я комната уже нам совсем рядом. Да, да, да. У меня зажигалка села. Нашла. Нажала, все, беги. Блин, 48-я дверь. Все, Антон, чил. Какой нахер чил? Темнота опять. Фух, боже. Готово, 50-я, ищем книги. Блин, так страшно. Для начала нужно взять записку. Тихо, идем с запиской, поняла? К записке. Не попадись только, блин, пожалуйста. Все, аккуратно идем. Давай я буду за ним следить, говорите, где он. Ищи книги. Давай, я слышала, как там звенело. Он находится в другой половине, идет к нам, там где стол. Все звенит, вот тут где-то звенит. Я нашел одну. Фух, Полина, нам надо выжить, 100%. Давай, я буду на втором этаже. Ищи там книги. Антон, я спряталась в шкаф. Давай, я еще нашел символы. Нам нужно, короче, ромбик, пятиугольник, крестик, квадрат и шестиугольник. Он за мной пришел. Дяденька, уходи! Он меня убил. Он тебя съел? Да, меня больше нет. И вновь фигура убила тебя. Скажи код какой, я запишу код. Шестиугольник, ромбик, крестик, квадрат. А, нет, пятиугольник, ромбик, крестик, квадрат, шестиугольник. Так, у нас только есть одна цифра. Нашла. Какой ромбик у нас? Первый, второй, пятиугольник. Давай, блин, я задолбался умирать. Идет к тебе, идет в твою сторону. Ой, вижу твою голову. Да, это я. О, и туловище мое. Идет к тебе. Нашла. Идет к тебе, сюда. В шкаф прячься. Идет прям к тебе. Я нашла все книжки. Скажи мне еще раз код. Скажи. Пятиугольник, ромбик, крестик, четырехугольник и шестиугольник. Шестиугольника нет. Опять не хватает одной цифры. Не хватает шестиугольника. Может, наугад? Давай наугад. Сейчас скажешь, когда он спустится. Может, реально рассчитано, что наугад нужно? Он спустился, Антон, спрашивает. Вроде бы ушел. Я пока не вижу. Да, ушел. 5, 8, 6, 1. Идет к тебе. Давай. Дальше цифры пробуй. 1, 2, 3, 4, 5. 6, пробуй. Идет к тебе, твою мать, прячься. Все, он ушел. Еще раз, пятиугольник, ромбик, да, крестик, все правильно. Шестиугольник. 5, 8, 6, 1 и подбирай цифру. 5, 8, 6, 1 и последнюю цифру? Да, подбирай последнюю цифру, он опять идет к тебе. Блин, это так будет долго. Он, когда ты только начинаешь набирать, сразу же идет к тебе. Он очень прям рядом. У меня нет слов. Он тебя нашел, да? Ты не вылезла? Тебя убила так называемая фигура. Нажми возродиться и купи. Ну, у меня... нету робуксов. У меня депрессия. У меня тоже. Все, в жопу его. В жопу игру. Если вам реально понравится, давайте еще раз попробуем пройти. Я не могу больше, мы уже 2 часа играем. Вот это трындец какой-то. Все, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите еще. С вами был Милскел и Вэлл. Всем удачи, всем пока. Пока. Пока.